Ветераны футбольных клубов вновь встретились на зеленом поле. На стадионе «Торпедо» прошел 14-й турнир памяти прославленного люберецкого спортсмена Василия Дрюкера. За звание победителя Кубка боролись 8 команд из Люберец, Дзержинского, Лыткарина и Котельников. Турнир посетили почетные гости – мастер спорта СССР международного класса Юрий Гаврилов и легендарный люберецкий футболист Анатолий Яковенко. Ежегодно футбольный сезон в Люберцах заканчивается очередным турниром памяти человека, который внес большой вклад в развитие люберецкого футбола, Василия Дрюкера. Ну, мне посчастливилось играть с ним в одной команде 6 лет. В 64-65 годах, когда люберцы, в общем, достигли, наверное, максимальных своих успехов, дважды завоевав чемпионство области, Вася был единогласно признан лучшим футболистом этих 2 лет как центральный нападающий. Ветераны футбола показали яркую, зрелищную игру. Сильнейшую команду определили на последней минуте финального матча. Победоносный гол забила команда «Торпедо-Люберцы». Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.